Тренер Чимзырай Олег Мангушевич приглашает детей для занятия кроссфитом. Это одна из наиболее популярных методик физического развития детей. Все подробности далее. Кроссфит состоит из акробатических, аэробных и игровых упражнений, которые помогают деткам развить с детства ловкость, гибкость, силу, выносливость, скорость и лидерские качества. Поэтому приводите детей к Чимзырай Олегу Мангушевичу по адресу Ленина, 60. Детский кроссфит из себя представляет это комплекс упражнений различных. Подтягивания, отжимания, приседания, пресс. Многие родители приводят своих детей сюда. Только из-за того, что они много сидят за компьютером, мало выходят на улицу, мало занимаются спортом, мало двигаются. Родители приводят, говорят, возьмите моего ребенка, посмотрите, у него ожирение, надо как-то его подтянуть. Или многие приводят, чтобы поступить там в кадетское училище, еще куда-нибудь, чтобы подтянуть там подтягивание, бег, чтобы выносливость какую-то у ребенка развить. И вот на детском кроссфите у нас проходят упражнения все как бы на время. Сам по себе кроссфит, он является скоростной, там все делается на время, на быстрое выполнение раз и на многое количество выполнений раз.